взяла. Ну и компьютер брата взяла. Так, так, так. Интересно. Что же это у нас тут происходит? Я в школу собираюсь. А не рано ли ты собралась? Ну, ты сказала, когда вырастешь. Вот я и выросла, и готова. Готова-то ты готова. А завтра 1 сентября, а сегодня тебе пора спать. Давай лучше сказочку почитаем. Ну, ты читай, а я буду подсказывать. В некотором государстве жили-были олень. Как олень? Какой еще олень? А еще белка. Это та, которая песенки поет, да орешки все грызет? Да нет же, но которая у-у-у, с большим орехом вот таким. А еще заяц и мышка. Даже не представляю, что будет дальше. Стрель, поросенка. Веселая компания. Я думаю, что это будет выглядеть как-то так. Команда аэробики «Энерджи», руководитель Эльвира Ильясова.